Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Black Mesa Source. Ну, точнее как, уже, наверное, не продолжаем, а заканчиваем. Так как прохождение плавно движется к своему завершению. Собственно, мы уже на том уровне, на котором, в который Гордон должен был попасть еще в самом начале. Это комплекс Лямбда. Вот. И сейчас нам нужно затопить ядро. А потом, собственно, ученые откроют нам портал, и мы попадем в Мирзен. Но это все потом. Итак, что у нас есть? Вообще, ну, как я помню, по первой части тут система охлаждения. А, ну да, тут система охлаждения, значит, синяя ветка и красная ветка. Там надо будет в обоих ветках активировать подачу воды. Ну да ладно. Сейчас не до них. Сейчас пойдем встретим охранника. You are a sight for sore eyes. И, собственно, с ученым пойдем поговорим, что он нам скажет такого. Вот, заодно и подзарядимся. Подлечимся. Не кипиши, сейчас все будет. Пошли. Let's get the hell out of here. Я, в принципе, что с тобой, что без тебя, друг? Извини. Так. Пока что закрыто. Excuse me. Ну да, что, собственно, чтобы открылась эта дверь, надо сейчас затопить два этих отдела. Ну что ж, начнем с оранжевой ветки. Вода, водичка льется. Система пожаротушения, что ли, сработала? Как опасно. Так, что же нас тут ждет? Наверняка какая-нибудь засада. Ну, я так и знал, на самом деле. Дружочек, успокойся. И ты тоже. Вместе с ним. Так, чё, где еще? Кого еще успокоить? Эр крабы. Куда вы, мои миленькие? Так, ну давайте тут. Так, я надеюсь, никто не выжил. Отлично. Ну, почти никто. Но сейчас уж точно никто не выжил.
Так. Так, нажмем на кнопку. Так, и поднимем тем самым уровень воды, наверное, да? Как ни странно, нет. Давайте поднимемся сюда. Отлично. Да е-мое, умирай же. Поскорее. А, мы забыли нажать рубильник. Так. Что там? Что-то происходит. Вортигоны поели. Сколько ж вас тут есть? Так, заодно сейчас патрончиков возьму. Патрончиков. Подлечиться. И всех остальных дня. Так. Открыл. Скотиняк. Ха-ха. Синий экран смерти. Кто-то тут еще буянит. Прям на месте респится, а? Обалдеть. А ты, дружочек, внизу? Ну, стой смирно. О! То, расходился. Ну да ладно. Невелика потеря. Так. Тем более мы сейчас резко восполним этот пробел. Так, что, есть... Есть смысл сходить еще раз? Возьмем броню. Не, в принципе, с желтой веткой покончено. Пойдем теперь на синюю. Так, а вот и наш груван.
Я не понял, почему не... А, вот. Я же думал, что я застрял. Let me get out of your way. Так, да, все, пошли теперь на синюю веточку. Посмотрим, что там. Но там все то же самое будет. Друзья наши. Тряханул чуть-чуть, ничего страшного. Так. А вот она и синяя ветка. Что нас тут ждет? Как всегда, загрузочка небольшая. Вангую, что там будет точно такая же планировка, только в синем. Я знал. Блин, я думал все. Правда, жалко на них был патрон тратить, конечно. Что делать? Ладно, сейчас все равно наберем, я думаю, тут особого дефицита на них не будет. Так, что у нас? Так, что, спускаемся? Как и всегда. Так. А то тут, по-моему, тут толку не было никакого. Да ладно. Просто по привычке, так сказать. Там же внизу кнопочка была. Так, значит, что, пойдем наверх. Что нам тут предложат? Так, ага, отлично. Да, прям тут он поставили его, вон тут невозможно не попасться к нему. Так. Вот мы, значит, и пришли. Ясненько, ну идем в тот коридор. Куда вы тут урезали здесь, мне интересно. Нормально.
Так, шо? А, точно. Совсем что-то не заметил с первого раза. Так, все, теперь вроде пройти можно. Так, сразу. Откуда ты вы появляетесь, а? Ужас просто. Эти граждане тоже. Только и успевай убивать. Я надеюсь, их больше не будет. Так, теперь тут спускаемся. А, вот, все, теперь правильно пришли. Больше никто не будет. Ошибался я. Вроде как. Вот все, да. Теперь мы видим две ветки. Две ветки зеленые. Все у нас получилось. Теперь, собственно, идем обратно. Там главное помещение, оно в тот раз было закрыто. Теперь благодаря тому, что, собственно, мы заполнили водой все, и теперь она открыта. Наверное, в Артигоне мясо очень вкусное, раз оно нравится барнаклам. Как это? Дождь из мужиков, это дождь из Артигонов, аллилуйя. Так. Ну что? Пойдем уже покончим с этим. Hey, и ты мне поможешь. Полнит. Ну есть чуть-чуть. Okay, why not? I didn't want to die alone anyway. Да даже не чуть-чуть. Ты прям толстяк, чувак. Господи. Блин, все, я признаю, это самые мерзкие. Эх. И это ты или
Где мужик-то? Да, это наверное, все-таки он, это то, что от него осталось. Ну что ж, теперь это тебя совсем не полнит. Даже, ну, скорее наоборот. Так, ладно, пойдем. Пойдем наверх. Бедный охранник. Так, да, собственно, теперь дверь открыта. Но пока что еще рано радоваться. Ибо... Ибо сами видите, что сейчас творится. Сколько ж у вас есть? Что я зря поставил, что ли, мину? А вот и не успеешь. Так, что теперь? А теперь спускаемся вниз. И, по-моему, сейчас нам предстоит длинный заплыв. Длинный заплыв вдаль, в неизвестность. Сейчас мы нажмем на кнопку, и все будет. Это не кислород. Вот на нашу ядрушку.
надо очень, очень долго спускаться. Ну, собственно, сейчас будет большой апокалипсис. Ждем и внимаем, вкушаем. Мать моя! По возможности, конечно. Они мешают, блин. Очень вартивоны мешают, блин, сейчас очень мешать будут. Ну давай. Так, 10 холок. На всякий случай. Эта сучка снизу какая-то подстрелила. Все ясно. Хорошо, у них автоаим. Да... Кто же еще там мочит? Что-то я не пойму, кто. Вот это понятно. А, вот он. Теперь вроде никто не должен нас помешать. Да ё-моё, а? Ну я кривой, а. Блин, будем надеяться, что тут рядышком есть аптечка, потому что... Не знаю, как я буду продолжать. С 10 хелмета. Ну. Ну,
хотя бы так. Уж лучше, чем ничего. О, да. Вот это я понимаю. Ничего, пусто. Какая-то кнопка, но не работает. Окей, идем дальше. О, друг. Я знаю. У тебя есть то, что мне нужно. Так. Ready when you are. Ну, раз мы готовы, тогда пошли. No hard feelings, right? Так, давайте все обсмотрим. Что у нас и где? Так. Закрыто. Что это за какие-то шаровые молнии? Это телепортер. Holy crap! But I, you, but how? Holy crap! Excuse me. Да ничего. Со мной тоже только бывает. Живой. Ты все патроны на тебя потратил, а? Так, а вот не телепортеры. Так, ну давайте сначала посмотрим, что у нас. Отлично. Что, внизу? Нам сюда не надо. А, так, что посмотрим, что делает телепортер. Стена тележки. Так. Ну, точную последовательность я не помню, вот тут цифры есть 01, 02, 03. Значит, все они куда-то ведут, но лишь какой-то один путь, да, вот из этих цифр, он ведет на верное направление, со стороны лодки. Вот, судя по всему, вот цифра 2 был верный путь, потому что он вел наверх, на средний ярус. Правда, там надо подгадывать. То есть ты можешь телепортнуться в тот момент, когда у тебя тележки под головой-то и не будет. Сейчас нормально. Можно даже сохраниться. Так, вот это ложное было. 06 было ложным, так что оно нам не надо. Попробуем 05.
one from the Anomalous Materials Labs, aren't ну, you? Да. I recognize you. Shucks, I thought you were the pizza guy. Окей, но... Ребят... Подсказали бы, где я и куда идти. Хотя бы патроны взяли. Так, и мы опять. Втором ярусе, значит, мы были где? 0.5 были ложно, 0.6 были ложно, 0.4. Ну, все верно. Опять же, подгадываем, когда наверху. Когда наверху будут тележечки. Ё-моё. Ну вот, собственно, мы увидим. О, отлично. Ложное. Запомнили. Да ё-моё, что меня там сбивает все время? Давайте. Во! Отлично. Так, вот теперь значит что? Нам надо попасть вот на эту поднимающуюся и опускающуюся платформу все время. Но сейчас надо подгадать момент, чтобы она поднималась. Так, первый реактор запустили. Disengage. Второй, точнее, да, по нумерации. Так, на другой стороне, значит, еще один. Так, ждем. Ладно, не получилось. Что же ты будешь делать, а? Та кнопка вовремя не срабатывает, то еще что-то. Ладно, сейчас сразу засейвимся, да, чтоб оно... Нам, собственно, надо вот туда. Где это мы? Ну,
видать, мы все прошли верно. Скоро, совсем уже скоро мы закончим все это дело. Довершим начатое. Осталось совсем недолго. Давайте еще не вызывать. По-быстрому воспользуемся лесенкой. Так, и чую развязку уже скоро. Открывай, супостат. Gordon Freeman, you finally found us. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Опольщен, что вы меня ждали. Right this way, Dr. Freeman. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the neplohо. And brought back this way. Неплохо разжились. Before the survey members started being collected themselves. Несколько хэвов сразу. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there. Created да, and maintained вот by the intense concentration of a single powerful being. Пойти путешествовать по миру Зен. I'm да. sure that you will know it when you see это it. Это мы уже проходили. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. И имя ему Нигелан. No ifs, ands, or about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out, well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Mm-hmm. Dr. Steinman will open the gates for you. Mm-hmm. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. Yes, yes, we've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Это хорошо, да. Мне как раз нужны патроны для дробюка. Are you thinking what I'm thinking? Да. So, you actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. Конечно, смелее. This here's my personal collection. Best military grade hardware in the son of the Rio Grande. Have at it. Promise me you put it to good use. Ну-ка, посмотрим боезаряд. Все на полную, отлично. Прекрасно, прекрасно. Мой даже убер-пылесос все на готове. It would be in your best interest to get your bearings with the long jump module before you embark, Dr. Freeman. Давай, умей. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Now what do you want? I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Are you seriously suggesting that all of these beings are here to dine on us? Кстати, а тут что? Окей. Неплохо, неплохо, мне это нравится. Итак, собственно, сюда ведет путь к финалу этого уровня и к финалу, я так понял, первого эпизода.
этого замечательного мода Black Mesa, поэтому, как всегда, самое вкусное мы ведь оставляем на десерт, правильно? Ну, на закуску. Поэтому, друзья, давайте здесь и остановимся, в этом уютном месте, у этой уютной лаборатории с этими прекрасными людьми. Вот, и, собственно, начнем в следующий раз, наверное, уж точно, последнюю, заключительную, финальную часть нашего прохождения летсплея по Black Mesa. Спасибо, что все это время были с нами. Очень рад этому. А также подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу паблик ВКонтакте. Спасибо, что вы есть, что вы с нами. Встретимся в следующей части. Всем удачи и пока.